Ну все, пацаны. Финал Лиги Чемпионов. Манчестер Сити, Торнадо Киров. Играем, конечно. Манчестер Сити, ну да пофиг. Блин, у них нападающие Агуэро всё лишь на 2 очка опережают моего нападающего. Ебать, ну Тима вообще там самый, ну меньше, это 78, да? У них у вратаря рейтинг 81, по-моему, 98, не помню, потому что мне одно пришлось. Я не знаю, как с ними играть. Как они, да. Сыграем. На. Это Лига Чемпионов, финал. Пенальти, пенальти. Да. Соси, соси, соси. Не, у меня пенальти будет бить однозначно ДП. Давай, бой. Да. Наконец-то возьмете Лиги Чемпионов по пятому. Манчестер Сити пососёт. Стерлинг. Oh, determined challenge there. And he's back in possession. Опа, сделано. Great skill from this player. Тики-таки. This is Depay. Опа, наверное, что такое, как-то такое животное. Тоже Кристиану Роналду. Я. Прокачал своего нападающего, теперь у него страх от гола будет кидать. Пошел, машина просто. Машина. Давай, 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 беги, беги, беги. Хорошо. Пошел. Да и че, пофиг. Пенальтик получить, дебилы. Что думаю, со слабаками играть? Ошиблись, ошиблись. Что делать, а? Под ножичек, так сказать. Были. Вот он уже. Че с лохами? Он сам был. Вал шел. Лох такой. Long throw there. Все, пацаны, погнали. And this really takes the pressure off the defense. Now De Bruyne. De Bruyne. Че? Sterling. Куда ты, дурак? Easy for the goalkeeper then. Easy для папи. Keeper sends it long. He dribbles the ball forward. The shot's on. Depay. На, ну и три. Первый тайм. Хет-трик, блин, это. Вот, все, уже можно вообще ничего не париться, можно уже игру удалять. Что, уже смысла нет вообще тут что-то делать, играть. А уже тут всех чики-пуки. Ёперный театр, это что он творит-то? Давай, бро. Чё, какой он? Он отбитый просто, посмотрите на повторе, сейчас было. Два раза радугу. Голову такую, красава. Давай, давай. Еще голбор. Нет. Ну, у меня тут рейтинг. Сосовый. Да. Почему он-то подает, у него рейтинг всего лишь 59. Давай, бро. Ой, красиво, красиво, красиво. Да уже это закончится. Давайте уже забьем. Пора забивать. Запахло говном. Смотри, какие они жесткие, а так-то. Ну, животом аж выпрыгнул. Отбитый совсем. Давай. Да, блин. Снимаем 4 из оформил. А, в воде сейчас будет уже. Ебать, он вышел. Изи, пацаны. Изи для попытки. Пошел, пошел. И давай. И пошел. На, в очко, в очко. Ага, ага. Ох ты, блин, вратарь реально жесткий. Опять еще угловой был подавать лично. А, подаю еще раз? Так можете, ну, скорее всего, уже по-другому отсосали голубые.
Гей, лохи. Какой он жесткий! Какой он жесткий! Дают кто, да? Думали, всех будут победить, раз ПСЖ выиграли 3-0. И меня, и хер там плакал. Хер там плавал. Дебилы. Бежит, старается, смотрите. А я забью. На! Пента, трик. Сейчас давайте двойной хит-трик сделаем. Дельта трик. А, лох. Я говорю, у меня нападающий был слабый. Не прокачанный нифига сделать не мог. Сейчас его прокачал, и все, изи. Гандон, что он травмировал? Если он его травмировал, я просто не знаю. Ну-ка. Не, не травмировал, слава богу. Дайте ебанем на удачу. Да, блин. Беги, коротышка. Куда ты даешь? Сейчас этот гандон возьму. А, он выпнул, засал. Чмо. Косожопый, блин, попинаешь. Давайте уже, что тут смысл играть? Что нахер делать, блин? Уже скучно, блин. Поэтому смысла игры уже нет. Что скучно уже. Тупо всех. Нагибаю. Что ты делаешь? Почему что забьете хоть вину? Не, нет, ну не забьют, я не опозорюсь, блин. Таких чемососов вообще и пропускать. Не-не-не. Лига чемпионов, финал 2019, я повторяю. Все, ребят, все. Это все. Остались секунды. Че, давай. Давай, бро. Замраз. Че, он травмирован? Нет. Ух, давайте быстрее. А где он? О, нет, не вижу его. Давай туда. Закидывай, бро. Дурак. Давай. А, похуй, похуй. Так нормально, 5-0 выебать этих дебилов. Все, ребят, все. Просто нахуй. Просто изи. Финал Лиги Чемпионов 2019. Выигрывают мои ребята. Просто и. Вот такие дела, ребят. До свидания. Иди.